Ой-ой-ой. Так, вот такой платочек у меня есть. Вернее, шарфик. Из 60-х, скорее всего. Вот такой бы шарфик носила моя мама, когда мне было, может быть, там 2 месяца. Мне очень нравится вот этот фиолетовый и вот этот вот горчичный или коричневый, я не знаю. И так это интересно сочетается. Так вот, я вот так бы никогда в жизни не придумала. Ну, можно. Так, эти кольца и браслеты сюда не подходят абсолютно. Так, вот красиво вот так смотрится. Привет всем, с вами ваша Silvo Butterfly, серебряная бабочка. Прилетела крылышками, бяк-бяк-бяк-бяк. А за ней воробушек, прыг-прыг-прыг-прыг. Сегодня поотвечаю на комментарии. Значит, что еще сделаю? Порассуждаю про мой канал. Ну, не готовилась, даже не написала себе, о чем поболтать. Хотя надо было, конечно. Сейчас я подумаю, потому что я какое-то кино смотрела с мужем, и было смешно. Но я забыла, сейчас я сбегаю и спрошу. Вот такой палочкой. Я ее не использую для маникюра, а использую для вычерпывания каких-то новых помад. Или у меня там еще есть такие жидкие помады. Так, теперь это все примастить. Подождите.